Добрый день! Сегодня мы хотим поделиться с рецептом молочного рая. Для этого чая нам потребуется черный чай, уже готовый, киви очищенный, банан и все. Банан и киви нужно провести через блендер. Так, пюрешка у нас готова. Наливаем туда чай и молоко. Еще раз замешиваем. Наш молочный рай готов. Приятного чаепития! Пробуем. Очень нежный напиток, напоминает молочный коктейль. Еще раз хочется попробовать. Все, не шутим. Этот чай вообще невозможно пить. Вот. Никак. Лучше его не делать. Приятного чаепития. Я не могу. Вот этот чай. Давай. Все, я не буду говорить. Добавьте туда лимона. Добавьте туда сахара. Это не поможет. Вот. Нет. Нет.